почти 30 тысяч просмотров. Именно столько набрала статья омской газеты «Четверг» с заголовком «Не бросаем никого». Автор Эльвира Кадырова говорит, на тему наткнулась случайно в социальных сетях. Трогательная такая история о том, что собаку привезли из зоны СВО, что боец ее там нашел, наша меч. Делил с ней и паёк, и окопы, то есть они перемещались даже с места на место, он её перевозил, она была ранена. И когда ехать домой, то есть он не смог её бросить, он не смог предать её второй раз. Тема близка, признается Эльвира. Она и сама является зоозащитником. Всегда готова приютить брошенных животных. На интервью с героем материала договорилась оперативно. Да и на текст ушло всего пару дней. Говорит, писала от души. Хотя в газете корреспондента привыкли видеть культурным обозревателем. Выбор темы поначалу удивил главного редактора. Но результат превзошел все ожидания. Практически не редактировал. Эльвира очень опытный корреспондент. Она поставляет практически готовый продукт всегда, да, журналистский. Ну и мы увидели это на том отклике, который получили. Мы понимаем, что тема, связанная там, со спецоперацией, это животрепещущая тема. Да. Люди остаются людьми даже в экстремальных, да, условиях. Трогательная история всего за неделю набрала 26 тысяч просмотров, почти 6 тысяч лайков, около 80 репостов и свыше 30 комментариев. Статистика продолжает расти. Я именно рада, даже не то, что какой-то своей славе, я рада, что это людей трогает, и, может быть, они как-то по-другому тоже будут относиться и к животным. Эльвира Кадырова готова продолжить тему. Сейчас ищет новых героев. Коллеги поддерживают, планируют публиковать больше трогательных историй. Статью «Не бросаем никого» можно найти в номере газеты «Четверг» от 2 ноября или прочитать интернет-версию. QR-код на ваших экранах.